Тож, ми продовжуємо програму «Prime Analytica». З вами я, її ведучий Руслан Коцеба. І цієї години зі мною у студії академік, перший віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук Анатолій Пешко. Та громадський діяч, лідер партії «Союз лівих сил» Максим Гольдар. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. В столиці протестують ФОПи, вимагають не тиснути на бізнес. Мінус 6 мільйонів бюджетних грошей. Нардепам компенсували винайм житла. За віру та сім'ю, за друга та вітчизну. Усик написав нового вірша. В столиці сьогодні мітингували підприємці. Спочатку під Офісом Президента, потім Кабміном, під Кабміном. Свою акцію вони назвали «Save ФОП», з англійської «Збережи ФОП». Вимагали скасувати закон, котрий проголосували нардепи, зокрема щодо введення реєстрації розрахункових операцій. Кажуть, малий та середній бізнес проти посилення фіскального тиску. Протестувальники хотіли зустрічі із президентом. Нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, почнемо з того, що, як ми бачимо, протест дійсно реальний. Підприємці дійсно реально приїхали, але швидше всього, так як це було в випадку там з земельними протестами, потім що там ще, медичні протести, протестували ті власники євроблях, коли не побачать, що, що певні політичні сили хочуть їх використати, йдеться про ті прапори, які були в кадрі, вони просто-напросто наступний раз не приїдуть. Пане Анатолію. Ви хочете, щоб я прокоментував це, так? Да? Ну, на вашу думку, ми ж розумієте, справа в тім, що уникнення, буцімто так трактують, що уникнення касових апаратів, які під'єднані під інтернет, тобто, щоб це буцімто спроба приховати свої прибутки. І в таким чином з підприємців хочуть буцімто зробити, що саме через них, через тих нещасних підприємців, які не тільки себе рятують, ще й годують сім'ї, буцімто економіка не росте, при цьому замовчують, що в основному крадуть і уникають оцих всіх розмитих і тому подібне фурами, власне, великі холдинги. Давайте тоді почнемо, пане Максиме, от ви як маєте стосунок до захисту підприємців, будь ласка. Мені кажется, що для того, чтобы исправить ситуацию в экономике, нужно не давить оставшийся, выживший еще пока класс, хотя он все больше уменьшается, 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 а наоборот помогать ему развиваться. Я думаю, что доктор экономических наук Пешко подтвердит мои цифры о том, что розничный рынок в Украине за последние 4 года сократился в 4 раза. Это говорит о том, что люди обеднели примерно на такую же сумму или в такие же разы. И швидше всего, что они, напевно, рятуют свои семьи іншій роботі, можливо, навіть за кордоном. Совершенно верно. Это, кстати говоря, сегодняшняя информация о том, что украинцы в Польше и в Европе стали тратить в 2 раза больше. Это говорит о том, что люди планируют оставаться там, а не возвращаться сюда. Так вот, речь идет о том, что сегодня, к сожалению, правительство уничтожает малый бизнес, не задумываясь о последствиях. Это подтверждает наше видение и убеждение в том, что страну отдают теперь на разграбление уже не внутреннему олигархату, его тоже помножат на ноль, до них еще просто, по-видимому, это не дошло. Страну отдают на разграбление финансовым корпорациям западного мира, которым неинтересно, что здесь происходит. Несомненно, было бы правильно, чтобы предприниматели не просто протестовали, а протест был, ну, скажем так, более действенный. А какой может быть более действенный протест со стороны бизнеса в отношении государственной машины? До речи, пока еще мирный протест. Верно. А еще? Организованно перестать платить налоги этой государственной машины. Стоп, это может быть воспринято как саботаж. Мы разумеем, что от державных... Это моя позиция. Если ко мне у кого-то возникнут вопросы, я готов на них ответить. Ну, ответственность за гостя в студии несе слова сам гость. Вот я и говорю, что на сегодня, к сожалению, это чуть ли не последние методы борьбы с государственной машиной. Руслан, смотри.
Мы все время говорили о тарифах, я проведу параллель. Боролись, подавали в суды, выигрывали суды. У нас все получалось в этом смысле слова. А все продолжается в том же духе, тарифы увеличиваются, люди платят, платят, платят. Я тогда еще предлагал, давайте переставать платить. Здесь провожу параллель. У меня нет сомнений в том, что это ошибочное, глупое решение по поводу малого бизнеса. Малый бизнес сегодня, малую инициативу нужно оставить в покое, наоборот, помогать. Давать кредиты, нормальные, удобные кредиты, под малые проценты. Параллельно индексировать социальные выплаты, пенсии и зарплаты. Это даст всплеск покупательної способності. Змушений вас зараз перервати, у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання ваше. Я би хотіла задати, виключили канали. Ой, пані, я зразу коротенько, бо то трошки не в тему нашої розмови. Наш телеканал, Київська Русь, КРТ, ніхто не відключає. Відключили, щоб ви знали, самі власники каналів, телеканалів, відключили, щоб з вас лупити гроші. Ми народний демократичний канал, повірте, в супутнику, у пакеті ви обов'язково знайдете КРТ. Отож, вам приємного перегляду. Якщо можна зараз, ваш візаві, ну, по суті, опонент, власне, він захищає в тому плані, що підприємець, він не хоче, грубо кажучи, оцього касового апарату, бо буцімто він не має на це гроші заплатити. Ви знаєте теж, бо тому що ви як створили не один десяток, а напевно не одну сотню робочих місць, як важко створити місця, і зараз, по суті, місця втрачаються. Безумовно. Ну, що я хочу сказати? Дійсно, проблема нинішньої власті, да і предыдущої власті, состоит в том, что вместо того, чтобы создать новые рабочие места, новые предприятия и развивать в целом экономику страны, ведь экономика страны, она базируется действительно в основном на среднем и малом бизнесе, а не на каких-то, там, знаете, монстрах олигархических, да? Вот. Ну, конечно, любые притеснение, даже в виде вот этих кассовых аппаратов, это именно можно расценить только как давление на малый бизнес. Это реально? Каждый предприятий має как минимум 17 тысяч гривен заплатить за кассовый аппарат, за интернет-обслуговывание? Конечно, но помимо того, что идет давление финансовое, с точки зрения, кто-то, во-первых, на этом зарабатывает, и что, видите, если делают эти аппараты, продают, значит, какая-то компания будет в доходе, то есть она будет определена как уполномоченная со стороны правительства, да, и она будет продавать эти кассовые аппараты. То есть это чей-то бизнес, довольно-таки большой, да? Нет, мне кажется, великий бизнес не чипает, потому что великий бизнес в магазине имеет великий. Бизнес тех, кто продает эти кассовые аппараты, понимаете, да? А, да, вот это кто-то придумал вот в этом правительстве, да, для себя дополнительный заработок, чтобы вы понимали. А параллельно это, конечно, угнетает сам средний и малый бизнес. Естественно, этого нельзя допускать. Но, безусловно, это не единственная проблема, которая сегодня стоит перед экономикой. Экономика у нас разрешается не только потому, что вводят кассовые аппараты. Экономика разрешается потому, что в стране идет вообще совершенно алогичная и абсолютно нерациональная политика в целом, как Национального банка, так и Министерства финансов, и Министерства экономики. Ну, и я не понимаю, какую роль играет президент вообще. Ну, по сути, идея, вы называете одно слово, назвали деиндустриализация. По идее, он гарант Конституции, должен за всем этим смотреть и не допускать каких-то таких ужасных ошибок, а на самом деле получается, что он вообще ничего не контролирует. А на самом деле о нем говорят, что он ничего не понимает. Но похоже, что он таки действительно ничего не понимает. Дякую, ну, вот, я просто хочу завершить. Понимаете, проблема вся нашей всей экономики состоит в том, что она действительно превратилась в такую монополистическую, олигархическую экономику. И сейчас она стоит практически на грани уничтожения. Вот Максим правильно сказал,
что олигархи думают, что их это не коснется, сейчас это касается распада только средних и мелких предприятий, но придет и их очередь, и они точно так же лопнут, как пузыри мыльные, понимаете? А сегодня вот проблема в том, что в целом вся вот финансовая, экономическая политика государства направлена на развал всех промышленных и аграрных предприятий. Это связано и с девальвацией гривны, которая приводит к тому, что наши товары, получается, за счет роста цены гривны, они становятся более дорогостоящими по себестоимости и неконкурентными на рынке, так как на внутреннем и на внешнем. Соответственно, падают продажи, дякую, падают доходы. Понимаете, да? И таких факторов, которые приводят к падению производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве, колоссальное количество. Плюс полное отсутствие со стороны государства антимонопольного почули вас зараз, гласне, пане Максиме. На, ну, продовжуйте цю тему, бо тому що можна, бачу, у вас багато спільних думок стосовно деіндустріалізації країни за останні там 30 років. Але якщо ми навіть під тим кутом, що в всьому світі касові апарати існують. Причому вони є дистанційно, причому вони всі підв'язані під інтернет. І з іншого боку, а що такого поганого, якби, наприклад, я просто, це, щоб була інша точка зору, обговорювалася, що все ж таки пройдуть, щоб деякі темні схеми уникнути. Я вибачаюся, зараз я поки готуюся до відповіді, у нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви прямо в ефірі. Добрий вечір, студія, любима я. Пенсіонер Краснодона. Краснодон. От у мене вопрос такий. Вот Максим, 5 лет я наблюдал с ним по телеканалу, боролся с властью Порошенко, хорошо. Вот. Ну, все остальные там здравомыслящие люди. Вот не кажется ли вам, что еще 5 лет только будет борьба, и народ не защитит свою любимую родину, а только будут разговоры? Пане Максиме, питання конкретно вам адресовано, будь ласка. То есть не про кассовый аппарат. Не, ну, если честно, можно под тем кутом... Я отвечу таким образом. Да, действительно, я доволен, что у нас получилось убедить в 2019 году не пустить негодяя и его окружение во власть. Я очень этим доволен. И когда мне говорят, что ну, вы же убедили нас голосовать за Зеленского, я убеждал голосовать, во-первых, против Порошенко. И здорово, что Украина от него... на чуть-чуть избавилась. Еще не на совсем, но уже на чуть-чуть. Это первое. Второе. Я точно так же, как и вы, Руслан, и вы, Анатолий, ожидали, что Зеленский заведет новую, здоровую профессиональную команду. Я этого очень хотел. Я до сих пор еще чуть-чуть верю в то, что он очень хочет мира. До чуть-чуть еще верю. Короче, людина звонила с непідконтрольного, тимчасово непідконтрольного Краснодону. Я родом из Донецка, поэтому я представляю, что там происходит. Я... пока еще чуть-чуть верю, но я вижу, кого завели. Я вижу, что это за парламент. Я вижу, что, по сути, все правительство – это агентура влияния чуждая Украине, враждебная Украине. Так звали Соросята. В том числе, в том числе. Но это еще не самое страшное. Намного страшнее представители других организаций, проводники интересов Международного валютного фонда. Это не Сорос, это сильнее, это крупнее, это опаснее, это мощнее. И тогда Всемирного банка. Вы посмотрите, Анатолий, ну, подтвердите мои слова. Только за последний год в виде ОВГЗ набрали кредитов на 500 миллиардов гривен. А всего ОВГЗ наштамповали почти на 1 триллион гривен. Представьте себе, Руслан, это какое отягощение по процентам этого 1 триллиона гривен. В среднем 15-16%. То есть минус 150-160 миллиардов гривен минуса только по процентам по этим ценным бумагам. І я резко зробила так, що чим краще буде економіка працювати, тим більше ми будемо сплачувати. А сказав я об этом ще в 2017 году. Только тогда этого ніхто не услышал. Да, те самые варанты, которые они перевыпустили, которые в 2017 году правительство могло выкупить по цене 20-25% от номинала. Ми ще, до речі, сьогодні поговоримо про це, так що, будь ласка, якщо можна ближче до теми нашої підприємства. Отвечаю. Нет, я отвечу все-таки. Мы все равно переборем ситуацию в стране. Вы сказали, что я 5 лет занимался делом. Я и дальше буду заниматься делом.
Кацаба будет заниматься делом, потому что он тоже не испугался, не уехал из этой страны, не боялся, делал, делал, делал. А раз так, я уверен, что мы поломаем ситуацию, плохую ситуацию. Ваши слова-то и до Бога. И выстроим... Очень хочу. Верю в то, что слова и мысли материальны. И выстроим нормальное, хорошее государство для человека, где нам стыдно не будет. Извините, у вас тут западло есть такое понятие. Вот где жить будет не западло, где жить будет хотеться. Мы это делали, и мы сможем это сделать. Мы перезагрузим тех, кто сюда забежал случайно во власть под зеленое знамя. Не будет другого варианта. Касательно кассовых аппаратов, ответ очень прост. Нельзя брать и набрасывать на Украину сетку, на сегодняшнюю Украину, разоренную Украину, бедную Украину, сетку того, как происходит все в мире. Да, кассовые аппараты нужны. Что мешало государству, что мешало зеленому правительству прокредитовать малый бизнес и эти аппараты, ну скажем так, подарить им или дать в лизинг, в пользование, не брать сейчас с людей деньги. Что, да, мешало, что мешало сделать подобные вещи? Напевно, что держава могла бы в хорошем значении этого слова попіаритися, потому что это сейчас предприемцу вільні кошти вилучати. Да, я единственное хочу добавить, Максим правильно сказал, но он немного неточные цифры владеет. Дело в том, что за прошлый год государство взяло в долг 4,6 триллиона гривен. Это превышает валовой внутренний продукт страны, ну, где-то процентов на 30. Это первое. Дальше смотрите, что они сделали. Помимо облигации внутригосударственного займа, которые они выпустили, они действительно около 500 миллиардов выпустили на эту сумму. Эта сумма превышает в 2,5 раза тот бюджетный лимит, который был определен бюджетом 2019 года. Бюджетом был определен лимит 230 миллиардов гривен за позичень на внутреннем рынке. А они взяли около 500 миллиардов. То есть они нарушили закон Украины, бюджет – это закон Украины. Они его нарушили более чем в 2 раза. Это первое. Действительно, процентная ставка была вначале вообще колоссальная. Она даже не 15-16, она была 20%, и причем полугодовых. Понимаете? И заводили эти деньги вначале не иностранцы, а наши олигархи через офшорные компании. И как, у нас вот это, первые это, выплаты, которые принесли 685 миллионов долларов, это, считайте, доход наших олигархов. Это первое. А что я хочу обратить внимание? Смотрите, вместо того, чтобы деньги пришли, вот эти все, которые они привлекли, вместо того, чтобы они пришли в реальный сектор экономики, они все пошли в банковскую сферу. И банки украинские вместо кредитования, значит, каких-то предприятий реального сектора экономики, они брали деньги, слали их на депозитные сертификаты Национального банка под 14-15% и получали доход. Украина в этом году впервые за всю историю имеет ситуацию, когда банки получили доход в 221 миллиард гривен. Это впервые такое в истории Украины. То есть идет обогащение одних и обнищание других, и развал экономики. Потому что когда экономика не кредитуется, она погибает. Дякуем, дякуем. Чи есть у нас телефонный дзвіночок? Добрый вечер. Будь ласка. Это Виктор Сердючина. Мне симпатично вас за возмущение несправедливостью. Эй, ребята, вы неплохие, по всей видимости. Но вот программа ваша, извините, ну, как-то опять призывать к борьбе с ветряками. Ну, снесете вы 3 головы змея, 9 вырастут. Ну, что-то более менее. Ну, уже 100 раз проходили это. Как вы думаете? Может, пора над этим поработать, а не только... Давайте таким чином. Ми обов'язково торкнемося, але вже при обговоренні наступної теми. Йдемо далі. 6 мільйонів бюджетних гривень виплатили депутатам у якості компенсації за винайм житла у столиці. Гроші отримали 158 народних обранців. Майже половина з них – фракція «Слуга народу», найменша кількість – фракція «Батьківщина». Компенсація грошей за житло – це законодавча норма для нардепів, що не мають власного і винаймають. Хоча 10 депутатів у 158, яким повернули витрати, на момент обрання проживали у столиці. От, власне, оця несправедливість найбільше, напевно, вражає простих українців.
Я искренне считаю, что подобные вещи, по большому счету, являются преступными деяниями, несмотря на то, что их камуфлируют под законодательный акт. И говорят, нам закон разрешил. Просто пока еще в истории Украины никто не проходился по тем, кто принимает подобные законы. Я уверен, что новое, выстроенное, нормальное, хорошее социальное государство просто обязано будет рассматривать все действия, начиная с 2014 года, все решения сквозь призму уголовного права, обратить на это так называемую обратную силу закона, забрать у тех, кто сейчас на крови и разорении страны наживается, забрать все, что они получили. Я уверен, что дух закона запрещает им получать эти деньги, но норма закона, которая противоречит духу закона, которая противоречит духу права, духу справедливости, позволяет им сегодня обогащаться. Максим, а вы сами, вы сами видите, что происходит. А какой здесь пафос? Не, это жизнь. Простий весільний фотограф став народним депутатом. Звідки він має гроші винаймати житло в центрі Києва? Чтобы выполнить хотя бы бесплатный вокзал. Одну минутку. Есть отель, который выполняет функции... Там вы знаете, какие платы за отель? Что дороже, чем бы он... Они получают там комнаты, они там и должны жить до того времени, покуда они не смогут себе... И потом, знаете, как старый анекдот есть... У тебя есть деньги на революцию? Нет. Ну и не устраивай тогда революцию. У тебя нет денег жить в Киеве? Не живи в Киеве. Они же сюда приезжают разорять казну. Они не приезжают сюда сделать что-то хорошее, что-то полезное. Если, конечно, это беда нашего народа, что повыбирали таких людей сегодня в депутаты. К сожалению. Моя принципиальная позиция очень простая. Вы депутат от какого-то округа? Делается срез, сколько у вас в среднем получает житель этого округа, этой местности. На такую зарплату вы и рассчитываете. И на большую не имеете права. Дешевый чиновник дорого входит в державу, пане Максиме? Это неправильно пользоваться теми скрепами, которые пытаются нам зеленые слуги навязать, что типа, если им будут мало платить, они будут брать взятки. Взятки они будут брать по-любому. Вспомните переписку их по Министерству здравоохранения, когда один другому написал, здесь еще на внуков хватит, да, тут так можно прибарахлиться. Это же их были записи, несмотря на высокие зарплаты. Поэтому здесь не работает то, что мы вам дадим 100 тысяч зарплату, вы нас разорять не будете. Им надо давать не 100-тысячную зарплату. Им надо давать пожизненное заключение безальтернативное за получение взятки. Вот это сработает. Дякую. Пане Анатолій, да. Ну, вы тіле життя теж працювали, чесно, і при тому всьому ви орієнтуєтесь, що твориться на місцях. Так. Скажіть, будь ласка, оце обурення людей, які обирають людей для того, щоб, як то кажуть, спочатку дуже глибоко зачаровуються, а потім розчаровуються. Яким чином розірвати цей ланцюг? Вы знаете, я, когда были эти выборы предыдущие, ну и президента, и парламента, я неоднократно выступал и откровенно просил людей, не, объяснял, просил, чтобы они не голосовали ни за Порошенко, ни за Зеленского. Я объяснял, почему, объяснял, что те олигархи стоят за кем и так далее. Они, люди, не послушали. Точно так же, когда были выборы... В другом туре? А как тут? Да, во втором туре, когда... А просто можно было не голосовать за обоих. Все одно бы выбрали? Не, почему нет? А люди могли прийти и проголосовать против одного и против другого. Если бы это состоялось... Все одно порахуют. Не, не, почему? Если бы это так состоялось, то выборы признали бы недействительными, назначили бы другие выборы. Можно было бы... Если бы один человек вышел на границу, все одно бы выборы відбулися. Нет, нет, такого не может быть. Ну, я не юрист, конечно, но... Я пан юрист зараз... Таким образом необходимо было поступать. Это первое. А второе, ну а вот когда шли выборы депутата Верховной Рады, это же было массовое сумасшествие. Ну, кому я не подходил, на базаре, там еще где-то на улице, за кого будете голосовать? За команду. А почему? Они даже не могут объяснить. Иррационально. Абсолютно. Понимаете, вот это состояние, которое Михайлович Жванецький назвал, знаете, он сказал так, что украинцы обладают уникальной способностью думать и голосовать, это две вещи для них несовместимы. И, вы знаете, он был прав, потому что мы это мы видим воочию сегодня, да? А это первое. И второе, что касается, почему у нас так плохо вот с экономикой и так далее. И с этими зарплатами, там, или компенсациями депутатам. На самом деле, ну, это, конечно, популизм. Эти компенсации, они не решают глобально ничего. Они просто показывают
моральное лицо вот этих депутатов. Понимаете, да? Они еще раз подчеркивают, что эти люди недостойны были того, чтобы за них голосовали, чтобы их избирали. А проблема и развала, и коррупции в стране, она лежит глубже. И настоящая коррупция, это вот то, о чем мы говорили. Вот эти облигации внутригосударственного займа, вот эти сертификаты Национального банка, вот эти вот все разрешения на вывоз леса с Украины, вывоз других ресурсов природных, которые практически, ну, они, по сути дела, не восстанавливаемы. Или же для своего восстановления требуют... Не, ну, лес відновлений, а от коли земля, як засіб виробництва. Я вибачаюся, у нас є телефонний дзвіночок, да. Потім продовжимо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Здравствуйте. Будь ласка, питання ваше. Я дзвоню із Херсону, зовут мене Муравський Юрій Володимирович. Да, я встречался с Зеленским в Одессе. Да, он пообещал набрать команду, поменять команду. Но у меня такой вопрос. Вот человек мне говорит не платить за, за услуги, которые завышают цены. Смотрите, они сейчас повысили цены за подачу газа этого. Транспортування газу, так. За поставку газу. Второе, смотрите, они по электричеству делают что? Приходят, отключают незаконную электроэнергию и потом вымогают с людей деньги за подключение второе. Как люди могут жить? Да, повышение воды и все остальное. Вот вы мне объясните, как люди не могут платить, когда они приходят, у них платят, они все повыключали, потом вимагають деньги. Дякую. От ви знаєте, я зараз вам передам, пане Максиму, слово, але буквально кілька годин тому я спілкувався зі своєю колегою, вона родом з Луганська, вона зараз як біженець, вимушений переселенець, звикли так казати. І вона каже, що її батьки, вони живуть там біля Щастя на дачі. І так виходить, що їм нарахували по 450 гривень за транспортування газу в місяць, при тому вони газом не користувалися зовсім. І коли вони сказали, стоп, 900 гривень, ми не будемо платити, ми тоді повертаємося в Луганськ, де в нас є квартира, до, буцімто, ненависних українській владі сєпарів. І так виходить, їх зразу сказали облгаз, ну, функціонери, бо це ж приватизовано вже тепер, стратегічний цей об'єкт, що будете возбухати, ми вам зараз, ми тоді потім, коли ви захочете взимку включити газ, ми вам... Ще, скажімо, 15 тисяч за ті всі провірку, маршрути, експертизу ще доплатити. Ну, це теж як якийсь... Ну, от, прошу, відповісти, будь ласка, нашому дозвонцю з Херсона. Ну, во-первых, відповідати буде чоловік, який не платить всі ці роки. І платити не збираюсь. По тим тарифам, які мені... Але користуєтеся? Да, звісно. Я плачу по старому тарифу, который считаю экономически обоснованным. Я выиграл в суд у Кабмина, который признал цену Гройсмана на газ незаконной, необоснованной. А раз так, я не буду платить. Это решение вступило в законную силу. Я сейчас подал иск о перерасчете этой цены. То есть я все эти годы стараюсь идти против того, что мне навязывают. И я считаю, что все реально. Я не один такой, Руслан. Я знаю, бо моя адвокатеса Тетяна Монтяна теж руками не платить. Але ви юристи, вам легше, ви знаєте ту всю казуїстику. Іменно для того, щоб людям було легше, ми підготовили образці ісків. Ми виложили їх на сайти. За ці іски не потрібно платити. По ним не потрібно платити судебну пошлину. Подайте їх, зробіть хоч якийсь шаг. Ну, давайте паралелі проведемо. Вы замолчали, когда вас бросили за решетку? Вы замолчали, когда выиграли суды? Когда вышли на улицу? Нет. Вы замолчали? А другие молчали. Все молчали, почти все молчали. Это сейчас все смелые начали говорить. А поговорили бы с 2016-17-18 годов. Я провожу параллели. Нужно сопротивляться. Нет других вариантов. Объединяться и сопротивляться. В Одессе, кстати говоря, один из поселков повыгонял тех, кто пытался обрезать поселку газ. Просто их повыгоняли. Попереворачивали машины. И все. И тема ушла в никуда.
А тут інше, тут люди вернуться в Луганськ. Люди обязаны сопротивляться. Гражданское сопротивление не является уже правом. Это обязанность. А можем мы домовитись з вами, що, скажімо, ви от лінк на ваш цей чи сайт, чи, скажімо, щоб люди могли скачати, щоб ми потім, я вам обіцяю, поставимо під нашим відео, нашої програми, щоб люди могли її скачати і потім роздрукувати і попробувати. Конечно, это есть документы эти выложены, они для каждого доступны. Все, супер, на сайте публичного аудита и на сайте конструктивна відповідь якраз дозволить. То есть можна делать, нужно делать. И я не просто так это говорю, я это прохожу сам. И не просто прохожу, сижу в квартире, в глазок смотрю, я суды выигрываю. Я, мой брат, мы выигрываем суды. Боритеся, это факты. Поборете. Гаразд, пане Анатолію, до цієї теми. Ну, що я хочу сказати? Звісно, позиція Максима в цьому отношении неправильна. Действительно, треба оказывать всяческие сопротивления и не подчиняться этим антинародным всяким законам, принятым постановлениям и так далее. Да? Вот. Единственная проблема в том состоит, что понимаете, вот украинские люди, общество, оно вот так вот, знаете, как стадо овец. Когда на стадо овец нападают там волки, да, и рвут одну овцу, вырывают из стада, и начинают ее рвать, то все овцы думают, ну, слава богу, что это не меня. Понимаете, да? И остается... Там, что уряд, все потом зухвало уряд, каже, да? Что будь-то цена на газ впала, хоть мы разумеем, что эти две платежки, это перевищують те, что наплатили минулого. Поэтому, да, если наш народ, как вот это стадо овец, будет стоять в стороне и смотреть, когда рвут кого-то одного, кто защищает их интересы, то у такого народа будущего нет. А если мы действительно организуемся и будем совместно выступать и действительно отстаивать свои интересы, ну, в этом отношении я согласен со всем. Другая надо проблема, объединяться, Руслан. Да, надо дякую, объединяться. С вами, одна проблема в том, что, знаете, в городе немного проще это делать. А многоквартирные дома, там отличать электроэнергию, газ немного сложнее. А в селе, понимаете, там проблема. Там отдельный дом, они приехали, на улицу отрезали и все. А масса людей недостаточно критичная, чтобы сопротивляться. Дякуємо. В общем, проблема. Дякуємо, идемо далі. Протягом наступних 3 років Україна має заплатити кредиторам понад 19 мільярдів гривень за ВВП-варантами. Спеціальні цінні папери держава випустила під час кризи 2015 року, аби знизити вартість держборгу і не оголошувати дефолт. Тоді прем'єр-міністром, нагадую, був Арсеній Яценюк, а Мінфіном керувала така собі пані Наталія Яресько. Дохідність варантів прив'язана до показника ВВП. Чим більше зростає економіка, тим більше Україна має платити кредиторам. В наступному році, увага, це близько 2 мільярди гривень. Гроші за варантами доведеться платити протягом 20 років. Тим часом в Україні чекають візиту експертів Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, на підписання нової програми співпраці з МВФ український уряд сподівався ще в грудні минулого року. Втім, нового меморандуму досі немає. Я думаю, будет справедливо, да. Доктору экономических, да, наук сейчас мяч бросит. Я могу ответить на этот вопрос таким образом. Понимаете, действительно, Яценюк и Яресько – это два таких, я бы сказал… Зробила людина Костериці на этой революции. Это два таких сверхафериста, которые умудрились из долга в 3 миллиарда долларов создать проблемы для Украины. Когда она в случае роста ВВП выше 4%, да, в год, должна 20% от этого ВВП выплачивать нашим кредиторам. И эта программа предусмотрена до 2040 года. А, безусловно, что, ну, вы сами понимаете, вот какая экономика может давать такой рост ВВП, чтобы он пришел 20%. А нам надо платить 20%. То есть это означает, что при росте экономики в 5-6%, мы растем на 6%, а отдавать должны 20%. 20%? Есть, да, это постоянно означает, что мы будем постоянно в минусе и постоянно в этой тяболе. Понимаете, да? Конечно, есть механизмы, которые могли бы позволить ускорить рост ВВП,
до 50-100% в год. И это, может, кому-то из экономистов кажется невероятным, но я неоднократно демонстрировал на некоторых отраслях нашей промышленности или сельского хозяйства, что это можно сделать. То есть я конкретно просчитывал цифры, показатели, и это всем объяснял. И даже говорил, что если вы не верите, я готов под контролем Верховного Совета, там, Счетной Палаты, пожалуйста, любые контролирующие органы, я покажу, как это сделать. Почули? Я это сделал. Нет, меня никто не услышал. А мы зараз почуємо глядача нашого. Доброго вечора в прямому ефірі. Зірвався дзвіночок. Гаразд, пане Максиме, чи хотіли ви рефлексувати до цієї теми, якраз під кутом того, що 20%, це ж, напевно, може дати такий прибуток регулярний, це тільки, мабуть, торгівля зброєю, наркотиками, проституція. Ну, аж ніяк не економіка, яка тільки бере від 14% кредит. Руслан, здесь нужно понимать, что в 2015 году имел место самый настоящий преступный сговор, направленный на дальнейшее разорение бюджета страны и воровство государственных денег. Исполнителями этого преступления были Ереська, Яценюк, члены правительства с одной стороны и члены комитета кредиторов с другой стороны. На 20 лет, как правильно сказал Анатолий, заложена к нам эта бомба. Эта бомба в следующем году начнет взрываться. Доказательством того, что это было заведомое преступление, является то, что за несколько последних лет номинальный валовый продукт на бумаге вырос почти в два раза. За 2019 год его покажут в размере 153 миллиардов долларов. Я не ошибаюсь, профессор? Я думаю, что нет. Дело в том, что они уже зафиксировали эту цифру. Они не могут. Они пишут эти цифры, но они даже не смогли выйти в прошлом году на 3%. Они хотя и говорили, что 3% у них есть рост ВВП, но реальный рост есть только 1,5%. Мы говорим сейчас о реальном валовом продукте. Да, в этом году и в следующем году его не будет. Руслан, я обращаю внимание, что договоренность Ереська с комитетом кредиторов привязана не к реальному сектору, не к реальной экономике, не росту реального ВВП, а номинального ВВП. Это совершенно другие вещи. И они добиваются этого роста просто статистически на бумаге. А забирать из бюджета деньги будут реальные. Вся сумма, которая будет превышать 4% от 4% выше, они по договоренности с комитетом кредиторов имеют право на половину от нее. Вы знаете, я себе пригадал сейчас, что вот люди же голосовали за Зеленского, по суті, як за того вчителя Василя Голобородька, який, пам'ятаєте, коли став президентом, він так картинно каже, угода з Міжнародним валютним фондом, а йдіть ви. Да. І я не буду говорити, що він сказав тоді, куди вони мають піти, цей Міжнародний валютний фонд. Але, на жаль, президент зараз, як би це російською, лебезіт перед цими всіма міжнародними валютними аферистами. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Будь ласка, є питання? Будь ласка, є питання ваше? Все, якщо мовчить, значить... Так, якщо можна, я скажу. Знаєте, дійсно, Міжнародний валютний фонд, Мировий банк, Європейський банк розвитку і реконструкції – це все дочірнє підприємство Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки. От багато людей... Даже мои коллеги по первой профессии, врачи, говорят, ну ты хоть объясни, что это такое Федеральная резервная система? И очень трудно приходится им это все рассказывать, потому что, это действительно аналог Национального банка Соединенных Штатов Америки. Вот, только созданный еще в 1914 году. Да, и на базе трех тогда банков частных была создана так называемая Федеральная резервная система.
по сути, приватна структура, штамповала державні гроші. Частна структура, яка випускала гроші і почав без контролю випускати ці гроші. Які стали світовою валютою. І от ця проблема, вона... Сначала она отыгралась на самих Соединенных Штатах Америки, когда в 1929-1933 годах там был так называемый Великая депрессия, спад экономики колоссальный. Да, это была искусственная проблема, созданная этой федеральной резервной системой. Это было искусственное сжатие денежной массы, то есть когда банки специально не выпускали в обращение дополнительные деньги пропорционально росту товаров. И произошло затоваривание. Из-за этого они сделали вид, что идет перепроизводство товаров. Так? Дякую, и обанкротили продолжим, у нас телефонный звоночек. Доброго вечера в прямом эфире. Доброго вечера. Будь ласка, питання ваше. Я дзвоню до вас із Хмельниччини. По такому питанню, мене безпокоїть таке питання по заплатіжки, по газі і по світлові. Пані, ми щойно якраз обговорювали це діло. Діло в тому, що йде такий якби людожерна форма такого капіталізму, самого такого дикого. І тому зараз обговорювати, я розумію, це якби дзвінок вічі, бо ні я, ні експерти в студії, на жаль, цього не зможуть вирішити, а нам ще треба обговорити одну надзвичайно цікаву і важливу, в тому числі для вас, тему. Отож, йдемо далі. Соціалізм третього тисячоліття. Заради побудови держави соціального максимуму чотири українські партії лівого спрямування об'єдналися у блок лівих сил. Відповідний меморандум підписали Союз лівих сил, Соціалісти, Розумна сила і Всеукраїнський народний союз. Політичні сили оголосили початок активної підготовки до місцевих та парламентських виборів. Та запрошують до співпраці інші партії, організації та громадські формування, які мають схожі політичні погляди і підтримують ліву ідеологію. Саме головне – створення хорошего, нормального, социального государства Украина. У нас все минимум. Минимальные пенсии, минимальные зарплаты, минимальные люди, минимальная жизнь, минимальные возможности. Нафиг это не нужно. Мы будем делать все возможное для того, чтобы превратить Украину в страну социального максимума. Мы ориентированы на новую страну, новую социальную справедливую страну. Саме справедливу країну, тому що слово справедливість зараз як ніколи актуальне, тому що його забули суть цього слова. Що таке справедливість? Не просто соціальна справедливість, а взагалі справедливість. Пане Максиме, от ви подарували, ну, ймовірно, можливо, подаруєте людям промінчик надії, коли, скажімо, всі в тому такому загальному тренді, коли всі розсварюються і дробляться, навіть та сама, скажімо, монобільшість «Слуг народу» роздріблилася на групи і тому подібне. От зараз ви подали варіант, ймовірно, об'єднання. Як вам це вдалося? Я вважаю, що в даному випадку конкуренція на лівому флангі не потрібна. Є ліве движення, ліве направлення, воно має бути... Але в парламенті ви не представлені цього, на жаль. Поки так. Анатолий прокомментировал, почему представлены те, кто сегодня сидит в парламенте. Так вот получилось. И потом, я левую партию возглавил, Союз левых сил, буквально в ноябре того года. Я не участвовал в парламентских выборах, как член какой-то политической партии. Исторически сегодня Украина подходит к тому, что правое все будет отметено. Все эти правые секторы, все нацистские организации. Но когда бардак державы, все... то они завжди мают свои такие маргинальные партии электорат. Очень маленький. Который ни на что больше влиять не будет. Они не будут представлены тогда это, кажется, политиками. Тогда это, кажется, чекушка. 25%. Страна идет как они? Ну, голосовали же за президента партии войны 25%. Голосовали те, кто не хотел голосовать за Зеленского. Не голосовали за Порошенко. Потом, когда он пошел в парламент, он получил свои сколько? 8%? А да. Там еще был такой вот, ниякий голос. Вот это его
пока еще цифры. Я к тому веду, что мир в целом трансформируется. Мир в целом говорит о том, что нам надо что-то делать. Вот ваша прекрасная фраза сейчас прозвучала, Руслан, с диким капитализмом. Потому что дикий капитализм разрушает уже не только страну, он разрушает мир в целом, планету как таковую. Мир качнулся в сторону левого направления, левого движения, социальной идеи, социальных стран. Посмотрите, что происходит в Америке. Кто основной сейчас претендент на пост президента? Сандерс, социалист. От демократов. Социалист Сандерс. И процесс идет. Я не говорю уже о Латинской Америке, нет смысла. Кстати, вы говорили сейчас об МВФ. Аргентинцы молодцы. Они сказали, нафиг, мы не будем платить долги. Мы будем разбираться. Это, кстати, то, о чем говорю я. Нам нужно проаудировать все долги, которые... Долги в кавычках, которые понабирали эти... Мне кажется, Аргентине такую ответку дадут те валютные махинаторы световые. Поживем, увидим. Я думаю, что бояться не нужно. Делать нужно. Если играть в то, что придумала нам Ереська Яценюк, мы просто проиграем. Так вот. И наша страна идет и пойдет по левому направлению. Нам нельзя сегодня позволять людям расфокусироваться. Они должны знать, что есть одна мощная, крепкая левая партия. Эта левая партия поведет страну к выздоровлению. Вот то, что я хотел сделать. Вот то, что я хочу сделать. Да, итогом этого всего должно быть заход левой силы во власть. Не просто во власть, а получение власти от народа. Получение мандатов, которые развяжут руки нам и другим нормальным специалистам. Которые дадут возможность не реформы в кавычках проводить, а построить нормальную державу. Ведь должна же быть в конце концов на нашей здесь родной земле нормальная держава. Держава под меня с вами, под людей, а не против людей. Я считаю, что это реально. Да, задача левой силы получить власть. Задача левой силы построить страну социального максимума. О минимуме в телевизоре только что сказали. Дякую. Пане Анатолію, ви знаєте, от ви так зачепили таку тему про таку глобальну теорію, про те, що дійсно друкують гроші, а як вони говорять, що це ж бумага, ми що напечатаємо. І да, так вийде, да, що от і поки що ідеалізм пана Максима впереться в те, що частина людей, які є по своїй суті продажними як виборці, просто-напросто їх підкуплять, бо тому що, як кажуть, так ні, ні, це бумага, ми що напечатаємо. Максим, дійсно, в даній ситуації він ідеаліст. Він, може, хотів би, щоб було общество социально справедливым. Я хочу, чтобы оно было социально справедливым. И он тоже, наверное, мы где-то родились в одно и время. И христианство, оно и социальное справедливое. Мы знаем, что это такое. Вот у нас есть сравнение с чем, да. Вот. Я хочу сказать, что да, у социалистического общества было много позитивных моментов. Так? Но вот именно вопросы социальной защиты, они были одними из краеугольных в этом обществе, да. Но там была проблема другая. Там была проблема в вопросах управления экономикой. И поэтому я считаю, что да, социальное общество и социалистическую эту идею отбрасывать нельзя. На самом деле, вот эта истина, она лежит посередине, между социалистическим обществом и капиталистическим. Потому что есть много чего позитивного в капиталистическом обществе, и есть много важного в социалистическом. Вот надо взять все позитивное из этих систем и создать новую систему. Действительно, мир сегодня нуждается в этом. И он стоит на пороге уже таких событий. Если этого не власти не будут делать сами, то произойдут социальные взрывы и опять будут революции. Для того, чтобы революции не было, так как любые революции всегда заканчиваются тем, что к власти приходят очередные аферисты и проходимцы, то было бы разумно, если бы власть взяла на себя ответственность и сама провела бы такие реформы. Но вот эта власть, которая сегодня находится в Украине, она не способна на такие действия. Но социальная реформа – это гроши, реальные бюджетные гроши? Нет, абсолютно, поверьте. Для того, чтобы пройти правильную реформу в стране, не обязательно иметь иностранный кредит, поверьте. Эти реформы можно сделать за счет внутренних ресурсов, во-первых. Во-вторых, если прилетят деньги, то прилетят их не в виде кредитов, а в виде инвестиций. И у нас есть очень много таких, знаете, отраслей экономики, которые являются очень привлекательными с точки зрения инвесторов как внутренних, так и иностранных. Для этого просто надо создать определенные условия.
І, так сказати, політичні умови, правові умови і, наконец, налогові умови, такі, при яких би цим компаніям, да, як українським, так і іноземним, було б вигідно інвестувати сюди гроші. От це якраз є основний краєугольний камінь для толчка розвитку економіки. Коли буде розвиватися економіка, коли буде рости доходність економіки, коли от іменно добавочна стоїмость буде більше і більше становитися нашої продукції, тоді будуть дополнительні робочі місця, будуть заробітні плати і буде спрос. І це дополнительно буде стимулювати рост економіки. Дякую. Власне, розвиваючи тему пана Анатолія, я хотів вам задати таке питання. Ну, от він зачепив тему, що була ситуація, типу, що дійсно економіка, пам'ятаєте, економіка повинна бути економною, це абсурдний принцип був. І разом з тим є ностальгія старшого покоління людей, які вважають, що ще можна другий раз війти в ту саму річку. Чи от у вас є якийсь молодечий потенціал, щоб опиралися ви не тільки на старшовікового виборця, теоретично, а власне на людей молодих, які теж розуміють, що держава без соціальних гарантій, вона нікому, в принципі, не потрібна. Я вибачаюся на цей телефонний дзвінок, потім ваша черга готується до відповіді. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я з Івано-Франківської області, Вигода. Знаю. Я хочу знати, у нас хочуть забирати лікарню. Я хочу знати, на основі чого нашу лікарню хочуть закривати. У нас дуже багато окружних селів, і Вигода, СМТ, і нам район недалеко. Але ж у нас є такі села, що 30-35 кілометрів від Вигоди. Ну і ми, старі по 75-80 років, ми не годні сидіти під кабінетом, чекати на прийом лікаря. Дякую. Вигодів. Дякуємо. Я ще коли працював регіональним кореспондентом від телеканалу ЗІК, а ви там перегороджували дороги у Вигоді, я робив кілька про це діло сюжетів. Але в даній пане Анатолію, зараз я... Як лікар по першій професії, хотів би відповісти на запитання. Справа в тому, що, знаєте, оця жінка абсолютно каже правильно, справа в тому, що наша держава практично... практически полностью отказалась от поддержки социальных вот этих всех программ государственных, понимаете, да? То есть, по сути дела, из-за нехватки бюджетных средств, а нехватка бюджетных средств исходит из-за чего? А вот экономика не працює. Из-за вот этих, нет, ну вот из-за этих неправильных действий, из-за вот этих облигаций внутригосударственного займа, сертификатов и так далее, которые привели к тому, что в конце прошлого года бюджет недополучил, по данным правительства, 78 миллиардов гривен, а по реальным данным порядка 100 миллиардов. Дякую, у нас есть знову телефонный дзвінок. И вот недостаток этих денег не дает возможности собирать больницы и детские сады. Дякую, у нас есть еще один телефонный дзвіночок. Доброго вечора, в прямом эфире. Будь ласка. Доброго вечора. Мене звати Світлана, я із Закарпаття. Я вас слухаю не один раз. Но я інвалід другої групи. От я багато слухаю політики, всього. От мене цікавить, ну як можна говорити? Будь ласка, продовжуйте. А знати, що воно нічого ніде не пройде. Дякую. Яким чином можна зневіру людей проламати якоюсь надією? В 2019 году никто не верил, что Порошенко уберут с кресла президента. В 2019 году, вернее, к этому году, все настолько было законсервировано под него, и деньги, и сила, и бандиты, ну, так называемые активисты там и прочее, что никто не верил, что этого, ну, на мой взгляд, монстра возможно как-то сдвинуть. А сдвинули. И вы говорите, что люди, вот вы говорите, там говорите, а что меняется? Меняется. Меняется то, что люди начинают верить в себя, люди начинают объединяться, люди начинают понимать причинно-следственную связь между плохими последствиями, вернее, между действиями конкретного лица и плохими последствиями. Я привел этот пример для того, чтобы сказать, что это хорошо, что есть возможность говорить правду, это хорошо, что есть возможность
четко и понятно объяснять причины, почему так происходит, указывать, кто виноват в этом. Ведь не бывает просто так. Помните, Преображенский говорил, а кто такая эта ваша разруха? Что это такое? Она в глазетах, а в голову. Совершенно верно. Поэтому это неплохо, что идет процесс переформатирования мозгов и мышления. Это раз. Два. Несомненно. Действия, а тем более совместные действия, общие действия вырабатывают серьезную синергию. И эта синергия дает результаты. И любой маломальский результат приводит к тому, что у людей просыпается вера. Это то, чем мы и занимаемся. Дякую. Пане Анатолію, у нас на завершення ваша хвилина. Да. Подаруйте людям промінчик надії. От тій жінці, яка геть чисто розчарувалася. Ви знаєте, я іскренне... Вот хотел бы сделать так, чтобы наши люди жили хотя бы так, как мы вот свои молодые годы жили при социализме. Понимаете, да? Я не говорю, что у нас было все. Я не говорю, что мы жили там абсолютно сыто, обеспечено. Но у нас не было проблем вот таких, знаете, как сегодня еще людей, когда отчаянная ситуация, когда у человека там, скажем, онкопатология или еще что-то, и этот человек не может... позволить себе даже провести лечение, операцию. То есть я постоянно с этим сталкиваюсь. Мне постоянно приходится помогать таким людям. И как врачу, и как просто человеку, который понимает это, как, знаете, мне это не безразлично. Поэтому я искренне сочувствую этим людям. И я считаю, что людям надо не просто думать, что мы здесь собрались поговорить. Нет. Мы собрались объяснить людям ситуацию и призвать их не быть равнодушными. Нельзя сидеть по домам и просто звонить по телефону в студию и говорить, а почему вы вот только говорите, а ничего не делаете? А почему вы так сидите дома, и почему вы не едете под Верховную Раду, под администрацию президента и не требуете от них? Пока вы будете сидеть по домам, пока вы не приедете к ним и не будете требовать, так все и будет оставаться. Дякую. Поэтому, если вы хотите, чтобы что-то менялось в стране, вы должны приехать под Верховную Раду и стоять там до тех пор, пока они не начнут делать то, что надо. А если не начнут делать, пусть объявляют импичмент президенту, распускают Верховный Совет и выбирают нормально. Дякую вам за позитивизм. И идем далее. Ну і насамкінець про силу та поезію, або про силу поезії. Гордість України, боксер Олександр Усик активно готується до бою з британцем Дереком Чесорою. Між тренуваннями встигає навіть займатися творчістю. Український супертяж прочитав свій черговий вірш за кермом автомобіля. Молчать или сказать? Кричать или заткнуться? Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться. Дорога-то трудна, и нужно не сдаваться. Нам есть за что бороться и есть за что держаться. За веру, за семью, за друга и отчизну. У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться. Его нужно просить о помощи и силе. Надеяться на небо, не на себя красивых. Я думаю, на такому оптимістичному віршику можна, уже час нашої програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це, нагадую, була програма Prime Analytica. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.